Делаю себе шпалеру для цветов. Вот, муж мне реечек напилил, скрутил. Вот. Я теперь все это дело вот щеточкой по металлу зачищаю. Каждую вот эту вот все зачищаю. Потом беру баллончик, открываю, зажигаю. И вот так вот все опаливаю. Когда ветер мне не мешает, все прям прекрасно получается. Но ветер со мной прям не хочет дружить вообще. Так вот. Вот такая вот получается красота. Своими руками. Так все это приятно, когда это все своими руками. Не куплено где-то. И вот так вот каждую сторону. С той стороны я уже прошла. Не знаю, получится у меня сейчас закрыть баллончик. Вот закрыла. Рукой неудобно. С другой стороны я уже сделала. Вот такая вот уже красота у меня получилась. Так вот. Скоро будет шпалера готова. Не знаю, может быть, я еще какой-нибудь морилочкой ее покрою. А может быть, и не буду. Как бы, в принципе, обожгла уже достаточно неплохо. Вот так вот. Такая вот у меня получается красивая шпалерка.